Так вот, давайте сегодня поговорим о вещах, которые необходимо делать, если не каждый день, то хотя бы раз в неделю. О чем это мы? Да о том, что необходимо мыть автомобиль. Город Магнитогорск должен быть чистым, и машины должны быть чистыми. Как можно это делать, еще и экономия. Об этом чуть попозже. А теперь из собственного опыта. И поделюсь с доброжелателями из группы «На костер Челейкина» в интернете есть такая. Так вот, человек я достаточно опытный, машины мыл достаточно с раннего возраста. Помнится, Запорожец бабушка купила в 82-м, принимал участие. В 86-м уже мамину машину мыл. А в 91-м мне стало почему-то очень стыдно. Знаете почему? Потому что меня укорили. Да, случается, не у каждого работника телевидения стыд еще присутствует. И как меня укорили? Вроде машина была утюнингированная, копеечка такая. Там капот я открыл, и там что увидели? Там увидели грязный двигатель. И мне сказали, что вот, ну, представь, снимаешь с себя штаны, и там что видишь? Тоже грязное? Ну, в определенном возрасте это уже, честно говоря, обидно видеть. Все, после этого стал мыть активно автомобиль. Затем уже 99-ка, да, появилась, там чехлы были ковровые, хотелось постоянно пылесосить, да, обидно было, тоже ничем было, и моек-то не было, сейчас все есть, сейчас есть технологии, и сейчас раз в неделю можно приехали вот сюда, на автомойку Блеск, на улицу Северный переход, строение 26, потому что здесь за очень короткое время, реально короткое время, за 15 минут буквально вам автомобиль помоют. Но мы же говорили про экономию. Так вот, про экономию конкретнее. Сказать, что в Магнитогорске автомоек более чем предостаточно, это точно покривить душой. И сказать неправду. Сказать, что до обидного жаль тех, кто еще моет авто из лужи, вот это правда. Мы можем тратить каждый день, вечером, не замечая, до 1000 рублей, и в некоторых случаях больше. В магазинах, опять же, кто больше, кто меньше, и при этом до последнего экономия на мойке. И для вас, экономисты, и в пику конкурентам, автомоечный комплекс «Блеск» демонстрирует вам индивидуальный подход к каждому клиенту. Об этом не снимешь рекламный ролик, и дав объявление в газете, результата тоже не получишь. Давайте на пальцах и поподробнее. Остановимся на сути этого предложения. Мы не будем говорить про то, что машины должны ездить в городе Магнитогорске постоянно чистыми. Сейчас-то сделать возможно, и кто-то делает хуже, кто-то лучше, кто-то совсем не умеет делать, но мы делать умеем. И что мы предлагаем, чем мы привлекаем клиента? Первое, мы привлекаем, у нас достаточно низкие цены. Во-вторых, у нас существует 7% скидка, накопительная карточка. То есть, если вы накапливаете, седьмая наружка бесплатно. Также у нас существуют в продаже абонементы на 1000, на 2000, на 3000 рублей. Соответственно, эти абонементы идут с 10% скидкой. И если вы покупаете за 1000 рублей, то вы платите 900 рублей. И, соответственно, 7% и накопительная карточка также у нас действует. То есть можно реально экономить и реально ездить на чистой машине? Я думаю, да. И вспомнив опыт и Соединенных Штатов Америки, и Германии, и Великобритании, я почему-то посмотрел, что там, ну, машины, во-первых, постоянно чистые, и мойка для них – это не дань богу, и внутренняя уборка – это тоже не дань богу. Как с этим дело обстоит? С этим дело обстоит. У нас по стоимости также получается, если убирать полностью салон, то не так дорого. И я считаю, что внутренняя мойка обязательно в плане того, что мы и дышим этим воздухом, также для того, чтобы стекла были чистые, чтобы при движении автомобиля было лучше видно дорогу. Выгода в приобретении вот этих абонементов очевидна. В тот момент, когда очень надо, а денег уже нет, вы, не напрягаясь, приезжаете на автомойку «Блеск». И правильно. Моете свой автомобиль. Совершенно бесплатно. Да, и скидка по цене тоже никуда не денется. Экономия реальная, и она очевидна. И она пропорционально увеличивается. Потому как накопительная система скидок тоже остается. То есть, один раз потратив максимальную сумму в 3000 рублей, сумму, эквивалентную 3 походам в кино, либо одному посещению ресторана, вы, ориентировочно, конечно, можете до 10 раз очень качественно и до 20, так побыстрее, помыть свой автомобиль. Вот как. Теперь о том, как моют. Бесконтактно и pH нейтрально для авто, естественно. Пеногенераторы вчерашний день. Любимый Керхер тоже уступил пальму первенства. Экологически чисто, с минимальными затратами воды и моющих средств. С максимальным качеством ваше авто моется за 15 минут. И человеческий фактор сведен к минимальной протирке от остатков воды. Если вы не верите, конечно, то 15 минут
можете лишний раз за своей лапочкой и стоя понаблюдать. Лишние калории спалите. Если верите, то чай, кофе, телевизор лишний раз мозги от повседневности почистят. Но и в том, и в другом случае положительных эмоций добавит ваш чистый, только что помытый автомобиль. Помытый иногда и бесплатно. Итак, цена вопроса. Конкретно в граммах, конкретно в цифрах. Я бы выбрал тот самый последний вариант, 3000 рублей. 3000 рублей сумма не критичная практически ни для кого. Что вы за это получаете? Вы получаете замечательный абонемент и возможность ездить постоянно на чистой машине, включая внутреннее пространство автомобиля. Потому что плюс еще и распространяется скидка. И сколько раз нормальный юзер авто сможет свое любимое авто, извините за тавтологию, приводить в порядок на эту сумму? Если он постоянно ездит, соответственно, хватит на месяц. Если нет, то этого абонемента, в принципе, может хватить и на лето. Хотя я вам рекомендую, мойте машину почаще, только у профессионалов.